Здравствуйте, меня зовут Максим, я представляю компанию Bari «Умный дом». Вы все уже знаете, что мы используем большое количество оборудования от разных производителей, и сегодня хотели бы представить интеграцию с оборудованием, любезно предоставленным компанией Learnitech. Давайте рассмотрим, как можно подключить данное оборудование к нашей системе, какие есть настройки, как его можно использовать. Датчик открытия дверей, датчик протечки, датчик движения и датчики температуры. А также сам контроллер, в который уже встроен 10 модулей реле для управления светом, радиаторами и всем, чем вам необходимо. Если вы счастливый обладатель умного дома от компании Learnitech и хотите дополнить свою систему устройствами от других производителей, то с приложением Bari это стало предельно просто. Чтобы добавить оборудование компании Learnitech в приложение Bari, для этого необходимо нажать «Настройки», «Устройство», нажимаем кнопку «Добавить», выбираем «Шлюз», «Learnitech», вводим адрес вашего хаба, пароль, например, у нас 1212, нажимаем кнопку «Сохранить». И далее все устройства, которые у вас есть, они автоматически подтягиваются в приложение. Далее распределяем устройство по зонам и пользуемся. Выходим. Вот у нас появился Learnitech. И что немаловажно, все действия, производимые в приложении Bari, дублируются в приложении Learnitech. Например, вот включаем лампочку. На этом бы хотелось завершить наш рассказ. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите нам. Хотим еще раз выразить благодарность компании Learnitech за предоставленное оборудование. Всем спасибо, всем пока.